Лабиринт.ру, конкурс часов. Дети читают стихи. Хусаинова Эмилия, 5 лет. Матерям солдат. Как горько нам стоять у обелиска и видеть там скорбящих матерей. Мы головы свои склоняем низко, и мы поклон за ваших сыновей. Шумят под ветром сосны вековые, горят цветы невянущим огнем. Вам мазили герои всей России, любовь свою и нежность отдаем. Наследники великой этой славы, ее мы чтим и бережно храним. Героями гордились мы по праву, и стать на них похожими хотим. Считайте нас своими сыновьями, считайте нас своими дочерьми. Детей своих вы в битвах потеряли, и все мы стали вашими детьми.